Святой Отец, благословите, ибо я согрешил. У меня было предчувствие, что я сегодня умру. Кристофер, ничего не выйдет, дружище. Здесь все-таки церковь, и священник присутствует. Я не хочу приносить людям страдания. Я этого не люблю. Могу я поговорить с пастором? Пожалуйста. Прошу тебя, разреши мне побеседовать со святым отцом. Я же знаю, ты не хочешь ему плохого. Святой отец, подойдите. Уходить. Полиция меня ищет? Да, ищет. Как ты узнал, что я здесь? Я всего лишь положился на удачу. Это церковь, ближайшая к твоему дому. Ты тот самый новый полицейский? Верно. Откуда ты знаешь? Я слежу за такими вещами, это моя работа. Тебе известно, что ты убил мою бывшую жену? Так вот, знай, я ее не трогал. Нет. Я расправляюсь только с теми, на кого мне указывают. Разве Рословы и Дэн Леви не твои жертвы? Нет, Бог миловал. Призвали кого-то другого. Кого другого, Кристофер? Мне здесь плохо. Я, пожалуй, пойду. Послушай, Кристофер. Не подходи. Выслушай меня. Прости меня, Отец Небесный, ибо я согрешил. Я уже полгода не исповедовался. Кристофер, умоляю. Тогда ты мне поможешь. Поможешь? Я не могу этого сделать. Я и так уже горю в аду. Пожалуйста, выслушай меня. Прошу. Если ты в меня не выстрелишь, я первым убью тебя. Раз. Это два. Храм Божий. Не заставляй меня. Пожалуйста. Опомнись. Три.